представь свою жизнь. Это твоя жизнь. Сколько тебе сейчас лет? 10, 20, 30, 40, 40, 50 лет. Сколько ты будешь жить? 10, 90 лет, 80 лет, сколько? 70 лет. Вот это все, что у тебя осталось. Когда ты собираешься жить? Жить нужно сейчас. Зарабатывать нужно сейчас. Наслаждаться этим кофе. Наслаждаться этой жизнью, этим воздухом. Наслаждаться теми людьми, с которыми ты сейчас общаешься или с которыми ты сейчас сидишь за этим столом. Жить нужно сейчас. Твое время истекает. Сколько ты будешь еще думать или выбирать? Нужно уметь принимать решения.